Если вам понравилось данное видео, ставим лайки, пишем комментарии. Подожди. О, привет, эй, ты Германия, наверное. Наверное. Бля, бля, Молдавия, приехать работать здесь, Россия, бля, мало денег платить, хочу ехать в Германию. Давай. У меня друг был сейчас, друг показывал флаг свой, говорит, вот эта фирма наша, лучшая в Германии. Не такой флаг. Вот это он переобулся. Видите, чат, переобуться. Вот. Вот он. Захватили Германию. Захватит Германия, переобуться, блядь. И сейчас вот сидит вот это. Специально. Дядя Боря, удали его. Удали нахрен его, это самое, забань. Что за укрочмо? Я тоже думаю, что за укрочмо. Бля, как тебя заблюрить, чтобы люди тебя не видели? Подожди минутку. Так, чтобы люди тебя не видели. Фу, позор. Подожди, как там на молдавский? Ай, фу, туто, дяища. Все, открывай. Илюха все Шольцу расскажет, понял? Обязательно. Илюха, звони сейчас. Шольцу, братану. Дай номер, я сам позвоню. Номер, сейчас подожди, я найду. Сейчас я найду, Паш. Смотри. Бля, что-то здесь кучные они все, блядь, не тянут прикола. Говорю, тут один, кстати, есть швейцарским флагом. Да? Нацик такой. Зиги бросает. Да? Вот только что перед тобой он у меня был, в наушниках сидит такой. По-украински. Меня просто здесь в рулетке уже много знает, уже ни с кем особо прикола не потянешь. Не, это новый, я его раньше не видел, я его сегодня первый раз видел. Во-первых, я его у Палыча увидел, и только что он на меня попал. А, да? Да. Сейчас, погоди секунду. У тебя есть шанс сегодня это... Я вечером с Ромой зайду, мы вместе будем искать вот этих. Вот. Я сейчас решил зайти вот это под молдавского закосить. Ну как, получается нормально это? Ну а как же? Вот, все. Я вчера гулял с Борей, не Копенгаген, и с этим, из Америки, там, Серега Минский. Вот мы втроем вчера гуляли. Было весело. А, слышь, здесь дядя Боря говорит, очень интересуется телефон с другой стороны. Покажи, пожалуйста. Чат быстро записывай. А там карточка, говорит, вытащить надо это самое. Три цифры какие-то. Говорит, просто с банка тебе звонили, ты просто пропустил звонок. Я покажу. Если у меня тут есть банковские, я тебе покажу. Смотри, самое главное, что банковских нет. Дядя Боря, это не банковские. Это просто... Он это, в пятерочке, это самое, дали ему вот эту скидочную карту, это самое, он ходит, показывает штрих-код постоянно. А он контролирует. Баллы накидывает себе, пуха он накидывает себе в Германии. Он... Дядя Боря все контролит. Чмок. Снежечка, я уже слышу по чмоку, что это ты. Снежечка, спасибо огромное. Ну вот, я даже не смотрю, что кто там прислал, я знаю, что это Снежа. Так что дядя Боря выговор, за то, что он подглядывает за всеми. Слышь, дядя Боря, выговор, за твою кепку сейчас тебе будет выговор, это самое, вот. Дядя Боря, а ну-ка мы, надо его определить куда-то, под шконку. Вот это ему долго думать не надо, вот насчет этого. Дядя Боря, встретишь его, гаси вот этого хохла. Лысого. Не, я спрячусь, все, я ухожу под поле. Не уйдешь, мы тебя найдем. Техас наш. У меня стрим так и называется. Техас, возвращение домой. Слава Техасу. Слава Техасу, да. Ковбоям слава, да? У меня нет выбора, я...
А, у него нет выбора, он обязан просто на этом стриме быть. Ну, правильно. Да. Шанса нету выйти, шанса нету выйти. Мы его под санкции, дядю Борю. Вот. Он сейчас санкционный, как сыр. Вот, поэтому он сидит у нас в чате. Пусть он выйдет в стрим, тогда он нам всем покажет. Он выйдет. Он еще за меня тебе отомстит. Дядя Боря, надо отомстить за Молдаване. Вот этим лысым из Бразерс, блин. Паша, я второй. Почему второй? А первый кто? Первый он знает кто. Вчера был вообще... Дядя Боря, бля, братан, по личной просьбе. Я же тебя уважаю, люблю. Вот как родного. Вот как... Вот знаешь, вот ты вчера сказал вот эти слова свои, которые тебе отец сказал. Вот я тебя полюбил как отец. Ну, как ты мой отец. Я как сын тебя полюбил. Дядя Боря, брат. Поставь его на первое место, загаси его первым. Я подготовлюсь. Ты знаешь, вчера картина была? Боря ко мне звонит в рулетку. Ага. А я потом к Минскому звоню. И только набрал. А Минский говорит, так, если не Копенгаген появится, скипай его. А Боря сидит, слушай. Слышь, вот эти Минские, я тебе скажу. Я он вчера сидел с одним там, общался. Блядь, такие сказки рассказывают, я тебе пиздец передать не могу. Сказочник. Да, блядь, пиздобол еще тот. Я смотрю, думаю, что ты несешь? Да он на полном серьезе и так втирает. Блядь. Боря тебе то же самое расскажет о нем. Боря мне постоянно пиздит, я знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Более еще сейчас, секунду. Тебе расскажет. Подсказать? Я хотел спросить, несколько дней назад мы разговаривали по поводу запасных гаек для крышек унитазов. Это сидушек. Так. А, вы просили. Это привести... было вчера. Не, не вчера. Точно не вчера. Позавчера. А, ну позавчера, да. Позавчера. Так. А, в общем-то, я нашел то, что там осталось. Не знаю, насколько это вам это позволит установить. Ну, это нижняя часть только, это самая гайка. Ну, гайка, да, вот да. Мне нужна гайка. Вам такая гайка нужна? Да, только она здесь вот была еще, ну, как ручка газовой плиты, знаете, с такой круглой штукой. Сейчас я гляну, если что-то подобное. Ну, не обязательно прям точно такую, главное... Чтобы она не была совсем маленькая, знаете, как гаечка. Понял. Ее просто трудно закручивать. Сейчас, извините. Да. Ну, короче, Склифосовский. Я уже купил. Да, я понял. Что бы ты без меня делала? Давай, пока. Угу. Там еще по диаметру они различаются, я знаю. Не всякое да, подойдет. По диаметру различаются. Но у меня... Сейчас еще один вариант. Хорошо. Металлические. Ну вот. Металлические. Там типа барашков? Да, что? Барашки. Ну, если они накрутятся. Ну вот, они резинки. Накручиваются, и это тоже накручивается. Ага. Вот, и резинки здесь. В комплекте как раз. Сколько денег? 100 рублей. Всего? 100? Беру. Бери. Даже не раздумывая. Пожалуйста. Угу, спасибо. А карту можно оплатить? Да, конечно. Сюда? Не, вот сюда. А, сюда. Спасибо. Пожалуйста. Хорошего доброго здоровья. Дня. Хорошей торговли. Спасибо, спасибо. О, Саша немец. А, блин, это ж ты, блин. Я думаю, что за Саша немец. Думаю, что за немцы ко мне уже в чат понаехали. Немцы, да? Понаехали вот это, блин. У тебя в чате вся Европа там. Не Копенгаген, немец. У меня в чате все синие. Вот.
Ты имеешь в виду в доску все синие? Да, в доску все синие. Вот, друзья. Ну, отвали уже, понял, читай. Слышь, бот, доебись до дяди Бори. Мы все синие. А, не все. Старый друг, давай. Ты тоже синий. Синий иний? Да, не, он просто через дверцу у меня. Старый друг. Открой ему дверь. Дедмастер, я тебя не знаю. Ну, старого друга знаю, он через дверь у меня. Вот, если он будет буровить, я туда же могу зайти к нему. И сразу там все решить, да? Да, сразу там, что, по-молдавски, на сразу. На место, да? Да, захожу такой, айфутуто. Финита, да? Короче, мы смотрели с Илюхой, это сам, вот это, уроки молдавского для начинающих. И там он говорит, айфутуто. А в молдавском языке, типа, иди нахуй. Вот. А он типа, айфутуто, вы свободны. Культурно, да? Да, вы свободны. Да, и Илюша уже все, каждый, только захожу в чат, он айфутуто. Короче, он тебя культурно отправляет. Да. Это чтоб дядя Боря, он культурно отправляет это в эротическое это. Дядя Боря, выучи вот это айфутуто, вот ему, вот этому лысому с украинской кепкой, вот так и говори, только встречаешь и такой айфутуто и нажимаешь далее. Не ждешь ответки, но мне надо сначала выучить. Давай, Дед Мастер, я тебя узнаю получше, тогда это. Ну блин, весь чат синий, как бы тоже не вариант, это самое. Скажут, что все, что 48-46 человек у меня ботов. А это не так. Это не так, я всего лишь 20 ботов накрутил. Вот, не 46. Я говорю, надо немножко пробелов. Да, да. Вот. Я понял. Все, Сань, я погнал дальше. Давай, Паш, я увижу, когда дядя Боря будет тебя гасить, я зайду, я ему помогу. Чтоб ты понял. Смазывай. Если он будет сдаваться, не тянуть, не вытягивать. Ходи, смазывай и оборачивайся. Давай, все, давай. Хорошего дня тебе. Давай, братуль.